Сегодня с такой частотой дает мне ночные бои, что я прям... Ну не могу не сыграть, потому что у меня таким образом все экипажи заблокируются. И на чем другом я играть больше не смогу. Это что за Джанго освобожденный? А пошел-то ты нахрен, Джанго. Ну, блин, сам внешнюю траекторию вылез, потом без поворотника пытается протиснуться направо. Нифига, пока поворотник не включишь, нифига не пропущу. Леклерк, польский леопард, 2.6 леопард. Посмотрим. Кто и как тут? Да. Ну это уже... Это считай не пол, это второй фраг, там еще и Абрамович. И вот, Абрамович меня снял. Ой, блин, я забываю, что я это желтые, ребята. Я желтые. Как бы я... Обороты, может, поднимешь? Опа, первый фраг, во, летит. А где он? Вон он. Вон летит первый фраг, блин. Я не вижу. Так а куда эта сволочь делась-то? Опа. Лови. Посмотри, где он стоит. А как он там стоит? Слушай, реально, как он туда зашел? Посмотрите на этот танк. Где он? Откуда он поехал, блин? Он около озера был там. Блин, ну... Всё, я на перезарядку. Я сейчас вот... Я сейчас вот реально вот не понял вот как бы этот момент, а как он туда залез. Он стоял примерно около озера. Чего? На Ми-24 выстрелили, а у меня РДЦ сработало. Алекс, привет, дорогой, привет. Алекс, дружище. Да, ну тут X3 как бы сделали, но это легко, а это с парсами как бы легко. Там, в принципе, как нефиг делать. На парсах все это как нефиг делать. А это живой? Не, это не живой. Это живун? Это живун. Пока что живун. В скором времени не живун будет, конечно. И вовсе. Да нет, сняли ХСТВЛ. Опа. Тунгусня, блин. А с хрена ли его не ловит в радар? Ох, пром... Ой, блин, не промазал, не. Я сейчас его заберу.
Я должен его забрать. Не, а, зашел за здание, скотина. Ну вот, иногда вот реально вот бывают такие вот моменты, и я не знаю, с чем это связано. Бегляй снял, 80-ка, у там, бунтовалась. А, с чем это связано? Вроде должен был взять очень быстро в цель, но, блин, не берет. Второе нажатие на кнопку не берет. Третье нажатие на кнопку. А, взял, но уже как бы ракета. Зур, точнее, пущенный Тунгуской, уже... Уже все, уже... Почти дошла, долетела до меня. И вот... Вот почему так? Я не понимаю. Почему вот сразу? А что это было сейчас за... Что это за телепорт был? Вроде пинг 70, покет лост никакущий. А меня телепортнуло назад. Выстрелил, через секунду только он сдох. Что за задержка, что за рассинхрон, хрен пойми. Кто-то меня откритовал отсюда, потом почему-то отсюда выходит абсолютно... Абсолютно, я не знаю... Неинформированный чел. Ну, если это он меня откритовал, то еще, блин. Еще больше вопросов к нему. То, ну, раз ты откритовал меня, ну ты знаешь, что там кто-то да есть. Да угомонись ты уже. Так, 9 пока что фрагов. Ах, жаль, ах, как жаль. Но тут кто-то есть. Тут реально, ребят, кто-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели вот, кто тут? Весь покрытый зеленью, зеленью абсолютно весь. Скорпиончик, блин, сидел тут. Сколько? 11. Едем дальше. Ну как едем дальше? Чинимся, блин, дальше. Не едем, а чинимся только. Еще одна точка у нас. Да, блин. Так, отсюда... Не будет видно, кто, как там, почему там. Блин, зачем там. Ну, я буду, как всегда. Я буду рисковать, я буду ехать вперед. Мне как-то пофигу, потеряю я танк, не потеряю я танк. Сделаем фраги. Класс, не сделаем фраги. А хрен с ним, блин. Опа, появился. Появился, красавчик ты мой. Ну, посмотри на него. Казённик, блин. Жаль, жаль, 12-й фраг не сделал, конечно, очень жаль. Ну, хрен с ним. Опа! Ну, они смогут меня убить, разве что вот так вот. Появился, убил, все. Появился и убил. Ну, по-другому никак. В этом бою, по крайней мере.
Жаль, всего 11 фрагов. Реально, капец, как жаль. Да, кстати, надо сейчас проверить насчет особой задачи. Ну, так вот, такой бой. Средненький, средненький бой. Едем дальше.